Знаете, я давно слышал о селе Грушевка. И вот впервые я услышал от моего друга Игоря Гранкина, и я слышал о том, что это уникальное село, где там несколько сот жителей всего, но по утрам вы там сможете услышать крик муллы, который созывает верных мусульман на молитву, и в то же время звук православной молитвы, потому что там находится один из старейших храмов на территории Крымского полуострова, и ныне там тоже храм, который называется храмом Явления. И вы знаете, мне довелось побывать совсем недавно в этом храме в Грушевке. И это были вот очень интересные чувства, которыми я хотел бы поделиться. Все это было в рамках проекта «Этнографический Донбасс», когда мы снимали небольшой фильм, видеоматериалы, который рассказывает о крещении Руси, об истории крещения Руси. Ведь по преданию апостол Андрей приехал именно в Керчь, прибыл на корабле, вышел на берег и потом шел по пути древних поселений, синагог. И там уже он рассказывал ту благую весть, ради которой он и приехал. Ну и, в общем-то, один из дней мы провели в Грушевке. Мы приехали в Грушевку, это был уже вечер, ничего не было видно, я только увидел, что мы заехали в какое-то село. Ну и внешне это село было совершенно ничем не примечательно. Мы приехали к забору, нам открыли ворота, мы вошли. И вот я сразу понял, что мы попали в какое-то такое вот подобие монастыря, потому что там было довольно много людей, и понятно было, что они торопились, потому что вечером должен был начаться молебен. Там же где-то я слышал, что располагается старый храм, но еще туда не попал. До этого мы хорошо покушали, и, конечно, когда мы приехали в Грушевку, то кушать нам уже не сильно хотелось. Но нам предложили еду, от которой мы, правда, отказались, пили чай, замечательный чай с какими-то крымскими травами, и кушали очень вкусную вещь, которую они готовят сами, это печеная тыква и айва. Я всем рекомендую, это настоящее лакомство. И вы знаете, вот вечером была служба. Это было очень тяжело. Я, конечно, знаю ход вечерних молитв на сон грядущий, но там это было необычайно долго. Это было дольше, наверное, больше полутора часов. То есть служба была практически по монастырскому уставу. Но это было интересно, хотя это было настоящее испытание. Я заходил, выходил из храма. Это было несколько раз, и я не мог найти себе место. Я там уже пытался где-то, сидя в углу, немного задремать. Потом выходил на улицу, потом заходил опять. То есть были какие-то такие внутренние, может быть, мои борения, потому что я ожидал увидеть что-то более такое современное, интересное, сесть, поговорить. Там есть замечательный настоятель, отец Марк, и хотелось тогда же вечером поговорить с ним, но, к сожалению, он был немного занят и, в общем-то, сказал, будьте здесь пока, будьте на службе, но уже утром мы сможем поговорить обо всех интересующих нас вопросах. И даже на ночь мы остановились не в комнатах даже для гостей, потому что там, увы, не было отопления, а в эти дни, в принципе, во всей Украине было очень холодно, и даже в Крыму срывался небольшой снег. И эту холодину мы пережили как раз в доме священника, в одном с ним доме, где он живет, он иеромонах, он вернулся, я не знаю, сколько часов в сутки он спит, поздно вечером, даже ночью, можно сказать, и уже в 5 утра он был на ногах и поторопился на утреннюю службу. Рано-рано утром я помню, что меня разбудил крик муллы. Это было так неожиданно, это было настолько громко, что кажется, что кто-то кричал буквально за окном. Хотя, наверное, действительно мечеть находилась где-то неподалеку. И утром мы пошли на утреннюю службу. Утренняя служба – это было что-то такое особенное. Я не могу сказать, что я человек, который без проблем выдерживает все службы, но только и ждет, чтобы побывать где-то на какой-то службе. Но это было какое-то такое особое состояние, особая атмосфера и вроде бы ничего экстраординарного. Такие же молитвы читаются, простые люди тоже как-то со своим таким темпераментом все это читают. Но было какое-то такое особое переживание, ощущение. Может быть, выдало все это путешествие, все эти размышления о том, как происходило обращение Руси. Но с другой стороны, наверное, нельзя исключать какой-то такой особенной энергетики этих мест, особого такого отношения. И вы знаете, утренняя служба была еще необычной. Я в конце подошел к одной из икон, и так получилось, что подойдя, я зацепил лампадку, и практически полностью правая сторона, я был в куртке, была облита маслом из этой лампадки. Наверное, в другое время я бы несколько огорчился. Мне было бы не очень приятно, но здесь я даже не обратил на это сразу внимания. Потом мне сказали, что нужно срочно вытереть куртку, я вытер. И, в общем-то, от этого масла сейчас не осталось и следа. Но это было интересно. Словно какая-то такая особая благодать, особое такое вот
излияние на меня. Потом мы долго говорили с отцом Марком, он рассказывал об истории. Он показал нам несколько пещер, там, где был древний храм, где действительно вот остались какие-то остатки, остатки фресок. Показал нам то место, где жил один из монахов, один из подвижников. Это был диакон, по сути, этого храма. И он был похоронен там же, вот неподалеку. И во время восстановительных работ произошло его перезахоронение. Мы разговаривали со многими насельниками, которые там живут, и они много интересных историй нам рассказали вообще о своей жизни, о том, как они пришли, каких-то своих переживаниях. И вот знаете, с одной стороны, вот нельзя сказать, что это место с каким-то невероятным комфортом, это место довольно аскетичное, но с другой стороны, это место с какой-то такой своей аурой, где ты вот забываешь о течении времени, где ты забываешь о том, где ты находишься, как, и такое чувство, что ты вот соприкасаешься с небом в эти моменты. То есть и даже человек, я человек не склонный к мистицизму, я человек не склонный к каким-то там особым, может быть, переживаниям. Я довольно скептически смотрю на многие-многие вещи, но даже там вот я вот почувствовал какое-то такое особое присутствие. И вот Грушевка какой-то такой интересный пример. Вот с одной стороны, да, там такое сильное противостояние с местными властями, которые там пытаются залить бетоном источник, на который едут люди. Не только со всего Крыма, но и из многих городов Украины. А с другой стороны, вот там какой-то мир, когда вот люди, с одной стороны, большая часть села, они уже мусульмане, да, и христиане. И вот то мир, в котором им приходится существовать, мир, в котором они пытаются найти вот общий язык, понять друг друга, это тоже очень важно. Так что вот сегодня такой необычный формат Денискиных рассказов. Я не иду, я сижу и вот рассказываю вам о Грушевке. Вы видите какие-то кадры того, что было в этой Грушевке. Если у вас есть, будет возможность, то недалеко от Судака, буквально 20 километров, посетите обязательно это село, спросите, где храм Явления. Это вот одна из икон с образом Богородицы. Посетите это место, побудьте там немного, и мне будет интересно узнать ваши переживания от такого интересного путешествия.